spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinningline. Сегодня в нашем обзоре представлена серия бюджетных безинерционных катушек Riot, которая выпускается под брендом BlackSide. В линейку входят 4 модели с одинаковым передаточным числом, равным 5,2 к 1. Имеется 3 типа размера, но катушка с индексом 2500 есть в варианте с приставкой S в названии, что говорит о комплектации мелкой шпулей. Давайте именно ее и рассмотрим поближе. Серия выполнена в золотисто-черных тонах и отличается современным дизайном. По заявлению производителя, для изготовления корпуса и ротора применяется сверхлегкий сплав. Таким образом достигаются две цели – снижается общий вес и повышается надежность конструкции. Для обеспечения плавного вращения ротора и снижения его вибраций во время работы используется технология компьютерной балансировки. Внутри установлено 10 подшипников High Grade, сделанных в Японии. От случайного проворачивания в противоположную сторону предохраняет мгновенный стопор обратного хода. В данном случае металлическая перфорированная шпуля отличается небольшой лесоемкостью и способна вместить до 165 метров монофила диаметром 0,15 мм. Кстати, для фиксации предусмотрена пластиковая клипса. Отметим наличие полой дужки и системы ConBail, не дающих случиться перекрёстку. А чтобы избежать перекручивания лески и снизить риск образования петель, устанавливается специальный ролик Anti-Twist Roller. Регулятор фрикционного тормоза имеет переднее расположение. В нижней части корпуса мы видим переключатель реверса. В одном положении ротор вращается только в режиме намотки, а после переключения рычажка он способен крутиться в обе стороны. Точеная рукоять из алюминия оснащается плоским кнобом из современного материала EVO. Чтобы прижать ручку к корпусу на время хранения или транспортировки, необходимо ослабить прижимной винт с противоположной стороны. Также есть возможность из леворукой модели сделать праворукую. Большим плюсом является наличие в комплекте набора регулировочных шайб. Используя их, вы получаете возможность изменять качество намотки лески. Также есть запасная металлическая шпуля. И хотя у нее немного измененный дизайн и отсутствует перфорация, лесоемкость полностью совпадает с основной шпулей. А теперь давайте разберем катушку BlackSide Riot и посмотрим, как она устроена. Внутри расположен механизм, в котором по заявлению производителя при изготовлении силовой зубчатой передачи используются сталь и бронза. Так что если беречь катушку от ударов, не ронять воду, регулярно чистить и проводить ТО, то она должна прослужить длительное время. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео.
А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.